дует ветер, дует. Фух. Всем привет, дорогие наши друзья и подписчики. С вами снова канал «Училка физкультуры в Эмиратах». Снова мы пока еще не в Эмиратах, мы в городе Киева, гуляем. Боже, какая красота. Да, и позади нас Мариинский дворец. А ну покажи небо. Небо просто шикарное. Сейчас покажем, сейчас расскажем. Ой, какой красивый. А вы ставьте лайки, подписывайтесь и поехали смотреть. Так, ну вот и карта Мариинского дворца. Нет, вот. Не дворца, а расположение, как Мариинского дворца. Ну да. Самого дворца. Нет, где мы находимся и... Ну, парка, как бы, что посмотреть, что... Ну, рядом, где ты находишься и смотришь, куда тебе идти. Так. Ну, мы фактически уже это вниз пойдем. Куда нам идти? Нам идти на дворец. Вот какой дворец красивый. Сейчас покажем его вам. Никогда не было в Питере, но немножко напоминает Петербург. Я не знаю, почему. В середине нет, в середине никогда не было. Надо экскурсии записываться, и там просто так нельзя. Только с экскурсоводом. Понятно. Если какая-то, ну тоже на время, потому что если какая-то делегация, то они же здесь принимают, по-моему, делегации иностранные. Делегации принимают здесь. Насколько слушайте, ну как-то я не знаю. Народ, пожалуйста, кто был в Петербурге, в Питере, ну слушайте, мне он как-то по картинкам напоминает. Конечно, потому что это для... Кто там? Екатерина ехала и построили, или какая-то там императрица. Екатерина махнула рукой, не уверена, и дворец Екатерина, построили. Ну, я уверена, это женщина что, посмотри, была. Его отреставрировали, это уже приятно. Угу. Но что с ней подмазали полностью, потому что он был очень совсем... Ну, это какая площадь. Очень хорошая. Ой, а памятник кому-то советскому, наверное, сбили. Да, наверное, кому-то советскому его уже сбили. Ну, поставили памятник. Лошадки вот это. Да, поставили бы памятник. Елочки. Да. И вот ежику в тумане, когда мы видео вот делали. Воздух. Про секреты Киева. Посмотрите по ссылочке обязательно. Также оставлю в описании. Киев вообще очень интересный город. А Верховную Сейчас. Раду не хочешь показать? Где? Ну как, где? Наверное. Сейчас, подожди, медленно двигаюсь. Так. Идем в это. Пройдемся. Вот и Верховная Рада, друзья мои. Давайте-ка я лучше уменьшу. Идем. Сейчас покажем и посмотрим. Пока любуемся дворцом и небом. Вот, постепенно подходим мы к Верховной Раде. Ну, в принципе, что белое здание с колоннами. Есть какая-то история у него, мы не знаем, сколько там лет там, да? Ну, явно Мариинский-то старше явно. Даже и не хочу. Да, даже не хотим знать, давайте мы так покажем, развернемся и пойдем. Ну, очевидно, что строилось в Советском Союзе, понятно, это не революционное здание. А вот там вот небо мне, мне нравится, прямо. Да. Вот это что-то отреставрировали, обалдеть. Это красивый дом, это нам нравится. Какие а там вот колонны. Показали вам здание Верховной Рады, разворачиваемся, показываю свою незаинтересованность и идем вот к красоте. Да, вот. Люди со мной согласятся, я думаю, что ничего интересного в Раде нету, но ладно, не будем о политике. Мы аполитичный канал, мы вам показываем красоты, достопримечательности, всякие распаковки, шопинг, это вот интересно. А политика нет. Кто согласен, ставьте лайк. Так, ну это вот красиво, красиво. Очень даже. Сейчас я наверное, нет, мы сейчас подойдем к заборчику, я просуну камеру за заборчик. Вот так вот. А вы мне лайк поставьте, ладно? А вот что килокрасочка? Ну правда, сейчас вот рискну и засуну камеру туда. Ну а что, меня выгонят? А ты там злая собака такая. Спасибо. Злая собака сегодня мне я. Мне как раз не хватало. Не, я злой котик сегодня. У меня на футболке злой котик. Так, сейчас свайп. И вот забор. Ну что это такое? Можно я по-новому? Ну да, давай. Ну что это такое? Вандалы. Да это не вандалы, это так сделали. Вот так вот. Ой, как хорошо. Класс. Хоть без решеток понаблюдать. А не, ну я думаю такую тут делегацию принимать-то. Ну что-то вот делегацию красота. Принимать в таком обшарпанном виде. Что у нас так? Объект. Разве чтобы деньги просить. Под охраной, да. А вон фонтаны, видишь, это ангелочки там, и там фонтаны включаются. Сейчас я увеличу. Вот, кстати, вопрос, включаются ли, честно, вот я не знаю. Ну, а смысл им сейчас вот воду хотите? Это штука электричества. Ну, наверное, включается только когда проходят здесь... Какие-то события, важные да. Делегации, важные события. Ой, мужик вышел, смотри. Ну, а, он ремонтирует, пытается, по крайней мере. Видишь, веник. Ага. А, все, боже, какая красота. Теперь мне это Квебек в Канаде напомнило. Что конкретно? Вот колонны, это вот здание. Вот а это что в Квебеке такого? А там было здание, не помнишь, как называлось. Оно такое только зеленым цветом было. Библиотека какая-то, она еще полузакрытая была. Тоже какая-то реставрация.
Вы же посмотрите, эти фигуры, это небо, это вообще что-то. Давайте я еще вот уменьшу, просто вот так он выглядит. Это вот заходите и так, ааа, класс! Просто. А вон опять кабмин. Я, наверное, серый в серию. Вон серое, так, такое, ну, полукруглое, все, здание. Да. Хватит, но это чтобы знали территориально. Да. Кабинет не знаю, не знали, но не подходили. Оно нам надо. Ну. Ой, красиво, красиво. Хотелось бы какую-то муточку наложить, но вам-то она зачем? Но сейчас еще красивый вид покажем, да? Да. Сейчас я вытаскиваю телефончик. Телефончик пролез. Про, давай, ну как? Вот. Мне, давай. Мне было очень красиво, очень-очень даже. Идти вперед. Да, ну, зачем меня смотреть? Надо посмотреть здесь красоту. Зелень, фонари, людей мало, никто не стал. А что за скромность? Чего этот спрыгнул он на пьедестальчик? Да. Чтобы выше быть? Ну, наверное. А, все, я покритиковала, а ребята это работают, а они зачищают. Все. Правильно, ты все сказала. Я ребята поняла. Не, ну просто извини, представляешь, приезжают такие, что это? Что это? А с другой стороны, а что стесняться? Ну нет у нас денег на ремонт. А мы их попросим. Да, нам так нравится, да. Даже близко. Розами запахло. Как такое может быть? Подойти. Куда? Посмотреть надо. Вот сюда. А что это такое? А давай вот посмотрим. Это как часть дворца, но она более открытая. То есть даже можно потрогать стены, подойти. Марин. А. Так может это там билеты и. Давай посмотрим, что там. Да, там вон расписание, я вижу. Ага. Мариинский палац. Ну, слушай, привели его в божеский вид. Он, конечно, был совсем. Вон, на английском языке. Резиденция президента Украины. Вот, видишь, я не ошиблась. Квитков Пелас Комбью. Что за квитков? Билет. Квиткив. Ископ пятница. Официально. Ага. То есть они работают 3 дня в неделю. Ну, выходные, да. Все, и вот на этом сайте вы можете посмотреть информацию. Делегации идут. Я, если честно, не вижу. Да, все, вижу. А вот посмотри еще, посмотри корону красивую. Ну это же все фонари здесь, да. В таком стиле красивом. Вот да, очень фонарь, красивый фонарь. Действительно красивый. Но самое главное, народ, мы сейчас вам покажем вид. Сейчас покажем вид вот там. Ну сейчас посмотрим. Мега просто. Нет, это будет мега. Ты уверена? Потому что мы это... Мы отдалим, приблизим. Да? Посмотрите, это небо, оно висит просто. Говорят, самое красивое небо в Италии. Я не согласна. Ага, мы не были в Италии. Да, мы в Италии еще не были. Ну, я не согласна, да, но мне есть что сказать. То, что я вижу в этом году в Украине, то, что я вижу, это круто. Да, я согласна с тобой. Небо потрясное. И мне еще очень интересно, что это за... Я не вижу дерева. Я не знаю, что это за дерево, я поняла. В бразильском стиле, желто-зеленый. Ну, в Бразилии флаг желто-зеленый. Желто-зеленый, такой красивый такой цвет. Мы сейчас просто на любую зелень бросаемся. Мы 2 года сидели вымирать в песках реально, в Эляйне. 2 раза только в Абу-Даби выехали. Это мы, конечно, очень соскучились по нормальной зелени. Просто хочется взять, встать вот туда и нырнуть в зелень. Ну смотри, это предполагается смотровая площадка. И что? Блин, заросла. Так она по жизни заросшая. Опять я буду критиковать. Вот там, где женщина стоит, там кое-что видно. Дай-ка мне камеру. О, смотри, тут можно посмотреть, но это... Сейчас. Придержи меня за вот это. Так идем вот там, держи. Подожди, стой. Там не будет видно. Ох, что-то видно. Как это... Помните, такой был фильм «Мария Мирабелла»? И там был Кваки, он такой: «Мирабелла, я тебя держу». Бах, я упустил. Такой, вот так сейчас: «Мирабелла, я тебя держу». Я помню только песенку «Мария Мирабелла». Что-то там сказка. Да. Ну вот такая зелень. Сейчас отдалим. Покажем просто, народ, никто не хочет занырнуть. Нет. Я очень хочу. Кто знает, как это дерево называется? Напишите, пожалуйста. Я не знаю, мне так нравится. Нам уже интересно. Так, ну идем. Я думаю, что где-то здесь еще видовые площадки должны быть. Слушайте, ну дальше. Я лет 10 здесь назад гуляла, и тут как-то был вид. Сейчас, ну, с одной стороны, радует, что зелень, с другой стороны, видно. Ну, вот чуток есть, чуток налево есть. Берег. Это мы сейчас а ну дай сейчас. Смотри, левобережная. Мирабелла, держи меня. Что это полетело? Это дети что-то бросили? Ну это вот, полетели. Смотрите, даже чуть-чуть уменьшу. О, красота, да? Небо и Киев, и зелень. Это просто бимба. Так, ну идемте еще посмотрим. Это же не одна площадка, еще же должно быть. Дети балуются, кидают что-то. Не, нету, а где?
Да. Там не... Этаж, говорит, туда нужно идти. Площадка хорошая, я тебе предлагала выйти из метро и пойти налево. Если бы пошли бы налево, мы не сняли бы Мариинский дворец и не покушали бы во вкусной львовской мастерской. Кстати, мастерской. Видео тоже. Шоколадной мастерской. Слушайте, я такое видела в Лос-Анджелесе, в Голливуде такой памятник. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну-ка, что такое Наташа увидела? Режиссер, автор, режиссер. Киев, Fashion Park. Бадара Киеву. От кого? От Егора Бенкендорфа в честь отца режиссера Андрея Бенкендорфа. Так, а ну смотрите. Классно. Сделано классно, интересно вообще. Как будто объектив смотрит на Киев. Можешь забраться, кстати, сесть Андрей сюда, не хочешь? Не хочу. Это ж потом слазить надо, обычно уже затертое, уже все. Значит, нужно снова, как это, да, когда затертости, нужно погладить и, как это, загадать желание. Затереть затертость. Красиво. Ну, когда это его поставили? Ну, кстати, народ, еще один лайфхак. Погулять, посмотреть дворец, посмотреть вид, прогуляться по парку. В каком? 31 мая 2014 года. Ага. День Киева. 7 лет назад, день Киева. Ну, прикольно. Так, вот еще, еще кусочек Мариинского. Ага, ну вот здесь, по идее, да, такой вид должен быть. Но идемте туда, посмотрим еще. Но сам вид зарос. Кстати, это вообще я не против, что вид зарос. Опять-таки, зелень. Не было вида. Ну, что-то было видно когда-то. Ну, мне никогда не было. Народ, кто что-то помнит, скажите. Потому что я помню, что что-то мы приходили, смотрели, был вид. Кстати, зимой, по-моему. Ага. А зимой, правильно, зимой же зелени нет. И ветки все голые. Вот был вид. Но, по-моему, это была зима. Потому что я помню такие очень голые ветки. Черные, да. Ну и... Если нет зелени, соответственно, такое время года или поздняя осень, или зима. Из последнего он был режиссером в бандитском Петербурге. Бандитский Петербург. Классный сериал. Очень знакомый. Ну, там серии, я так понимаю. А я думаю, сейчас хочешь прочесть несколько любовных историй. Думаю, у нас же канал как бы не об этом. Там людям, может быть, неинтересно. Работа над ошибками. Слушай, очень знакомый фильм. Знаете такого режиссера, народ? Напишите. Я думаю, знаю. Там «Благие намерения». Мой генерал. Да, сейчас свайпну, покажу. Здесь что-то вообще. Ну, очень хорошо зелено. Так кучненько. А дальше внизу дорога идет, она на набережную выходит. Ага. Ну, с видами не сложилось, действительно, нет, сейчас. Нет, тут никогда не было. Но, подожди, с видами-то с видами. Эти деревья держат склон. Согласна. Там же склон вниз идет, поэтому тоже так с деревьями надо аккуратно. Потому что все, что склоны. Сейчас так солнышко зашло, Боже, хорошо. Какой аромат. Темно, скажи. Пахнет зеленью. Мы такого запаха, знаете, очень давно не ощущали. Ну все, теперь ощущаешь. Да, ощущаешь. Да, когда выходишь у нас в Эмиратах, и так песком, таким горячим песком запах. И все. И все. Вот запаха зелени я не помню, чтобы там вот не чувствовали. Там даже, ну, запах кислорода, я не знаю. Были, разве что вот как мы к заливу подходили, и к морю, многие его морем называют. Вот был запах воды вкусный. Все, больше запах песка. А смотри, вот немножко есть. Да, можно прорваться. А ну, можешь приблизить? Да. Ой, красиво. Это левый берег, это, как сказать, спальный район, да? Это может быть и Воскресенка, кстати, Троещина. Вот через эти ветки как-то оно очень прикольно и мило получается. Фух, очки немножко. Ну, тоже солнце зашло, ничего не видно. Наверное. А, это на Труханов остров? И на церковь даже там. А где? А вон прямая. Ну, это на левобережье. Если увидите. Ага. Ну, впереди красиво. Впереди самый первый, это Труханов остров, а дальше гидропарк и левобережье. Вот, если будете здесь, именно постойте, почувствуйте зелень, запах зелени, почувствуйте Киев. Ага.
Вот. Ну что еще здесь рекомендуем снять? Снять рекомендуем Снять? Ну, погулять. Да. Что значит снять? Ну, если люди идут фотографироваться на инстаграмные фоточки, рекомендуем возле Мариинского дворца. Потом в зелени здесь, если, конечно, ну, вид за вами не получится, наверное. Да, найдем мы сейчас вид. Мы сейчас на мост выйдем. Так что идем, там заканчивается. Будет. Мы идем, да, мы на мост идем. Мы гуляем, погода классная, мы просто сейчас на мост влюбленных зайдем. Я надеюсь, он же еще есть деревянный. Да, в общем, народ, если мы вот в такое время, сейчас июль, ну, наверное, конец июля, уже последнее число практически. Вот, если мы прошлись в Эмиратах, видео вы, наверное, попозже увидите, естественно, пока мы смонтируем, выложим, то, наверное, мы бы уже солнечный удар бы получили бы. Если мы так прошлись бы 12 минут. А зачем вообще там ходить в такой жаре? Ну, как вопрос у нас, да, канал. Пока Эмираты и Украина. Пока из-за ситуации в мире мы не выезжаем, хотя довольно-таки часто путешествовали раньше. У нас было, ну, сколько, 12 перелетов в год. Ну, ничего, вот, начнем путешествовать, начнем показывать и другие страны. Пока не забудьте, оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. Нам реально очень приятно. Спасибо, ребята. Спасибо. Вот, мы же хотели спускаться, но... Увидели же зеленый театр, надо вам показать, да? Раньше было такое модное место. Были концерты, пели. Ну, знаете, сейчас оно как-то так заброшено. Давайте посмотрим. Может, и не заброшено. Если бы заброшено, они бы оградили бы, наверное, все-таки. Так, а ну, смотрите здесь. Кстати, здесь вот плиточка я увеличила лучше, чем на Майдане Незалежности. А чего, смотри, в тенечке люди сидят, шикарно. Сцена нормально более-менее. Ну, это старенький, но дерево. Не, нормально вообще, да. Нормально, да, думаю, он еще действующий. Карусельки какие-то. Кстати, деревом как пахнет именно вот выделенным. У нас сегодня день просто запахов зелени, дерева. Это точно. Вот, ну все, идем дальше. Идем на мостик влюбленных. Идем на мост влюбленных, покажем его вам. Шли мы, спускались прямо к стадиону «Динамо», спустились и, наконец-то, какой-то еще вид нашли открытый. Тоже вот такой вот красивый у нас Киев. Внизу трасса. А здесь красивый вид. Ну вот уже, народ, подходим к мосту влюбленных, спустились мы вниз. Сейчас вам его покажем. Вот с него точно должен быть хороший вид. Кстати, когда по нему идешь, он все время шатается, как, наверное, любой мост. Да ладно. Ну вот мне все время, такие вид хороший, вибрации. Да. Первый раз. Вот, Наталья удивляется. Ага, а ну-ка. В 1912 году. 1912. Да, Патон. Проект сделал Патон. Проект Патона, окей. Смотрите, какая красота. Шатается! Блин, народ реально шатается. Ух ты, класс! Неразлучники, какая-то формула, какие-то хэштеги. Алексей плюс Каролина. Ну, здоровья вам. А вот эти замочков здесь было намного большее количество. Видно, их уже позбивали. Слушай, и да. Они просто вот, не знаю, кто такие они, ладно, мы не будем, ну, вот, люди, которые говорить, но... Да. Я так поняла, тут же вот это вот все лепят эти замочки. А, кстати, народ, извиняюсь, Наташу перебью, Наташа говорила, что вида здесь нет. Да, ну теперь пардонте, просто вот... Пардонте. Поставьте лайк мне, пожалуйста, потому что я знала, что здесь вид классный. Ну, вот и вид. Вид бимба. Слушай, вот это да, да, рассказывай. Спросить, тебе нравятся вот эти замочки? Сейчас, подожди, я насладиться видом. Висящие, мне нет. Не знаю, это, знаешь, как вот какой-то тряпки, прикол такой поснимать, я не знаю. Не, мне нравятся желто-блакитные ленточки, мне нравится. Вот это тебе нравится? Ну, две все маски повязали, нет, это уже какое-то гониво, мне не очень. Замочки, я, ну, во многих, в Париже есть такие замочки. Ну. Можно я скажу? Да, говори. Такое впечатление, они когда поснимали эти замки, потому что, во-первых, они же утяжеляют конструкцию, эти замки. Люди мозгами, аккуратно, смотри, какой тут это, прогиб, иди сюда, левее. Тебе мозг не шатается, я говорю, что... Ну, он деревянный, поэтому... Мы идем, он нет, шатается. Мне он шатается. Подожди, я сейчас вам покажу вид. Вот, свайпну, покажу вид. И пересняли вот эти вот надписи и сделали, наверное. Возможно. Смотри, номер 220, пронумеровали их как-то. Замок был номер 220 а вот какой-то, посмотри, да? Куда еще цепляли. Ну, это вообще уже... Ну, это как, это...
Но я не знаю, вот туда прицепить, конечно, я вам покажу. Ну да, как-то еще пролезть надо. Красота, красота. Вот это называется у нас, друзья мои, мост влюбленных. Приезжайте в Киев, влюбляйтесь, проходите по мосту. Загадывайте желания. Ставьте лайки, исполняйте желания, да. Вот. Мост шатается. Ну, он деревянный, поэтому он может быть просто как немножко... Я просто чувствую, что он шатается, и вот ну, мне вот так... Я так чувствую, да? А я не чувствую. Наша, видно, более устойчива, стрессоустойчива. Вот какое-то еще сердечко с лавочками. Ну, это тоже новое. Слушай, да, это что новенькое такое. Ой, какой... А, по-моему, это в эту вот историю, да, эту историю мы читали, что это, по-моему, влюбленные расстались, наверное, в Великую Отечественную войну и встретились уже там через какое-то время. Наташ, да? Да, он итальянский, это в 43-м году, он итальянский, господи, пленный солдат. Пленный солдат, она украинка, которая была вывезена на эти принужденные работы. Луиджи и Макрина познакомились в австрийском лагере для военнопленных, и вместе они были 2 года. Вот их поеднала, их соединила и разлучила война, и Луиджи... Помнит украинскую красавицу. Будет помнить, странно. И знайды, будет помнить ее и найдет ее через 60 лет. И они встретились уже в 2004 году на программе «Жди меня». Да, это я читала. Это очень, конечно, крутая история. Это просто мега, ребята. Ну вот уже лавочка для влюбленных. Это приятно. Пожелаем ребятам удачи. Красиво. И история красивая. Найдела, ребята здесь сидели. Я их тоже отсняла. Красиво. Прикольно сделана подставка. Смотри. Да. Бесконечность. Ну. Умно сделано. У кого бесконечность, у кого быстротечность. Так что тут это не угадаешь. Ах, красиво. Смотрите, зелень-то какая. Народ, ну вот такая сегодня прогулка у нас была. Показали вам Мариинский парк, показали виды и, самое главное, показали мост влюбленных, с которого тоже сумасшедшие виды. Все, с вами был наш канал. Спасибо за просмотр. Зрители, мы очень рады старым подписчикам, очень рады новым подписчикам. Комментируйте, ставьте лайки, смотрите нас. Все, спасибо, ребят. Всем пока. Пока.